Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Panchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So we're reading the Nectar of Devotion and we're beginning today chapter number 22. Qualities of Krishna further explained. Итак, мы читаем «Нектар преданности». Сегодня мы начинаем главу 22, которая называется «Продолжение описания качеств Кришны». Rupa Goswami had described that Lord Krishna is an ocean of qualities, but he selected 64 qualities to describe. И Рупада с вами говорит, что Кришна — это океан качеств, но он описывает всего лишь 64 качества Кришны. Now, of these 64 qualities, 50 of the qualities are possible for ordinary living entities. И 50 качеств из этих 64, их могут иметь обычные живые существа. But we will only be able to have a small portion of these qualities, but Krishna will have them in full. Но живые существа обладают ими в очень малой степени, а Кришна ими обладает в полной мере. And then there are 5 more qualities which are possible for Lord Shiva. И еще 5 качеств, еще 5 качествами обладает Господь Шива. And then there's 5 more qualities which are seen in Lord Mahavishnu. И еще 5 качествами обладает Господь Махавишну. And there are 4 qualities which are limited to Lord Krishna himself. И еще 4 качествами обладает только Господь Кришна. Alright, so today we're beginning this new chapter and we're on the quality number 31, heroic. Итак, сегодня мы начинаем эту новую главу и читаем про новое качество, 31 качество, отважный. Go ahead. Отважным называют того, кто очень любит сражаться, в совершенстве владеет разными видами оружия. Отвага, которую Кришна проявлял в сражении, описывается так. «О истребитель врагов! Как купающийся в озере слон взмахом хобота ломает стебли лотосов в воде, так и ты одним движением своих подобных хоботу слона рук уничтожил великое множество врагов, подобных лотосам». Что касается виртуозного владения оружием, то говорится, что когда Джарасандха вместе с 13 фалангами солдат напал на армию Кришны, они не смогли даже ранить ни одного солдата из его войска. С таким совершенством Кришна владел искусством ведения боя. История военного искусства не знает другого такого случая. All right, so we're hearing about how Krishna is heroic and how he is very enthusiastic to take part in military activities. И мы читаем о том, насколько Кришна отважный, насколько он воодушевлен заниматься деятельностью, которая связана с войной. And he's also very expert in firing different kinds of weapons.
И также Кришна является большим экспертом во владении различным оружием. Rupa Goswami gives us a statement from the scriptures about Krishna's heroic nature. И Рупа Госвами приводит нам цитату из священных писаний, которая описывает отважную натуру Кришны. Just like an elephant, when it goes to bathe in a lake, he will destroy all the lotus flowers in the lake. Он говорит, что Кришна подобен слону, который, заходя в озеро, ломает своим хоботом стебли лотосов в воде. Just the elephant just moves his trunk, and so many lotuses are destroyed. И слон лишь приводит в движение свой хобот, и из одного лишь этого движения ломаются много лотосов. So Krishna's arms are compared to the trunk of the elephant. И руки Кришны он сравнивает с хоботом слона. Then Krishna's arms kill so many of his enemies who are compared to the lotuses. И Кришна своими руками уничтожает великое множество врагов, подобных лотосам. And then there's another statement about how when Krishna was fighting Jarasandha. Также приводится еще один пример, когда Кришна сражался с Джарасандхой. So Jarasandha came to attack Krishna in Mathura many times. Джарасандха много раз приходил в Матхуру, чтобы напасть на Кришну. Lord Krishna defeated Jarasandha every time. И Господь Кришна каждый раз наносил Джарасандхе поражение. Jarasandha came, he had 13 divisions of soldiers. И Джарасандха каждый раз приходил с 13 фалангами солдат. And when they attacked Krishna, they were not able to hurt even one person on the side of Krishna. Но когда он нападал на Кришну, он не мог ранить ни одного солдата из его войска. So they fought. Jarasandha came and was defeated. It happened 17 times. Джарасандха терпел поражение 17 раз. Every time Jarasandha was defeated, all of his army were killed. And Jarasandha was taken prisoner, and Krishna let Jarasandha go. И каждый раз, когда Джарасандха терпел поражение, вся армия, все его войско было перебито, и он его брали в плен. И каждый раз Кришна отпускал его. Jarasandha was very, very powerful, but even though he came with a huge army, they couldn't even harm one person on Krishna's side. И Джарасандха был очень-очень могущественным, и несмотря на то, что он приходил с огромнейшей армией, эта армия не могла нанести никакого ущерба ни одному солдату Кришны. So this is very unique in the history of warfare. И говорится, что это очень уникальный случай в истории военного искусства. We see when countries fight wars, there'll be so many deaths on both sides. И мы видим, что когда страны вступают в войну, то мы видим множество смертей с обеих сторон. But Krishna's side, nobody got. On Krishna's side, nobody was even injured. Но на стороне Кришны никого даже не ранили. Okay, go ahead. 32. 32-е качество — сострадательный. Сострадательным называют того, кому нестерпимо больно видеть чужие страдания. Это качество Кришна проявил, освободив царей, томившихся в темнице Магадхендры.
Умирая, Бишма в своих молитвах, обращенных к Кришне, назвал его солнцем, рассеивающим тьму. Плененные Магадхендры цари томились в темной пещере, но при появлении Кришны тьма в этой пещере мгновенно рассеялась, как бывает при восходе солнца. Иными словами, хотя Магадхендра сумел захватить в плен очень много царей, стоило появиться Кришне, как все они обрели свободу. Кришна сделал это из искреннего сострадания царям. Should I continue? No. Okay, so this quality of compassion is that you don't like to see another person in distress. When a person is compassionate, it means we're compassionate about the distress of others. They want to help others. Называя того, кому нестерпимо больно видеть чужие страдания, и он хочет помочь этим людям. So the example is given about one demonic king named Magadendra. И здесь приводится пример одного демонического царя, которого звали Магадендра. So Magadendra had put many other kings, he captured many kings and put them in prison. И этот царь Магадендра, он пленил множество царей и поместил их в темницу, в пещеру. But Krishna released all of the Krishna. Krishna defeated this Magadendra, and then he released all the other kings. Но Кришна одержал победу над этим Магадендрой и освободил всех царей. So this compassion of Krishna was described by grandfather Bhishma. И это сострадание Кришны было описано дедом Бишмой. And he described Lord Krishna to be like the sun. Just like the sun takes away all the darkness of the night. И он сравнивал Кришну с солнцем, которое рассеивает тьму ночи. So all of these kings had been put into prison, so they were in the darkness. И все эти плененные цари, они находились во тьме. But when Krishna came, then all the darkness was taken away. Но как только появился Кришна, вся тьма рассеялась. So, wherever there is Krishna, there is no Maya. Таким образом, где бы ни находился Кришна, там нет Майя. Krishna is like the sun, and Maya is like darkness. Кришна подобен солнцу, а Майя тьме. So, wherever there is Lord Krishna, there can be no Maya. Поэтому там, где Кришна, там нет Майи. So Krishna defeated this demon who was the representative of Maya, and he released all the kings who had been put into prison. Таким образом, Кришна победил этого демона, который олицетворял собой Майю, и освободил всех этих царей из плена. Go ahead. В другой раз Кришна проявил сострадание, когда дед Бишма возлежал на ложе из стрел, пронзивших его тело. При этом единственным желанием Бишмы было увидеть Кришну, и потому Кришна пришел к нему. Увидев Бишму в этом жалком состоянии, Кришна заговорил с ним, и на глаза его навернулись слезы. Он не только плакал от сострадания к Бишме, он чуть не потерял сознание. Поэтому вместо того, чтобы склоняться перед самим Кришной, преданные склоняются перед его сострадательной природой. И действительно, поскольку Кришна — верховная личность Бога, приблизиться к Нему очень трудно. Но преданные, обращаясь к Его сострадательной природе, которую олицетворяет Радхарани, всегда молят Ее о том, чтобы Кришна проявил к ним свое сострадание. So, some more, another side of Krishna's compassion is being described.
И здесь приводится еще одна сторона сострадания Кришны. And this is in relation to grandfather Bhishma, who was laying on a bed of arrows after falling in the battle of Kurukshetra. И эта история связана с дедом Бишмой, который лежал на луже из стрел после проигрыша в битве на Курукшетре. So grandfather Bhishma's body was filled with arrows, all the arrows of Arjuna, and Bhishma was laying on these arrows. И все тело деда Бишмы пронзали стрелы, которые выпустил в него Арджуна, и Бишма лежал на ложе из этих стрел. And Bhishma was waiting for an auspicious time so he could leave the world. И Бишма ждал благоприятного времени, в которое он может покинуть этот мир. But he was also anxious that Lord Krishna should appear in front of him before he left the world. Но также он очень беспокоился о том, чтобы он мог увидеть Кришну до того, как он покинет этот мир. So because Krishna is the super soul in the heart of everyone, he understands the desires of everyone. И поскольку Кришна — это сверхдуша в сердце каждого, то он знает желания всех живых существ. And because Bhishma is a great devotee of Krishna, so Krishna understood Bhishma's desire, and Krishna came there to see him. И поскольку Бишма великий преданный Кришны, то Кришна понял его желание и пришел к нему. This is at Kurukshetra. Bhishma left the body in Kurukshetra. Это было на Курукшетре. Бишма покинул свое тело на Курукшетре. So when Lord Krishna came there in front of Bhishma, Lord Krishna felt very sorry for Bhishma. He saw him in such a painful condition. И когда Кришна пришел, ему стало очень жаль Бишму, когда он увидел его в таком жалком состоянии. And so Krishna had tears in his eyes when he saw Bhishma. И когда он увидел Бишму, слезы навернулись на его глаза. And it said he also, Krishna also forgot himself, but due to his compassion, he forgot himself. И говорится, что Кришна забыл о себе из-за этого сострадания. So, this is Krishna's loving relationship with his pure devotee, like Bhishma. И это любовное отношение Кришны с его преданными, такими как Бишма. So, Prabhupada explains that a devotee should offer obeisances not directly to Krishna, but we should offer obeisances to his compassionate nature. И Шрила Прабхупада объясняет, что преданные должны предлагать свои поклоны не Кришне, а его сострадательной природе. Because Krishna is the Supreme Lord, so we cannot approach him directly. Поскольку Кришна — верховная личность Бога, к нему очень трудно приблизиться напрямую. But we can approach Lord Krishna through his compassionate nature. Но мы можем приблизиться к нему через его сострадательную природу. And his compassionate nature is personified by Srimati Radharani. И эту сострадательную природу олицетворяет Шримати Радхарани. So devotee should always pray to Srimati Radharani for Krishna's compassion. И поэтому преданные должны всегда молить, возносить молитвы Шримати Радхарани, чтобы Кришна проявил к ним свое сострадание. Right? We have to approach Krishna through his energy. То есть мы должны приближаться к Кришне через его энергию. That's how we, that we cannot just go to Krishna directly, but we go to him through his compassionate nature. То есть мы не можем подойти к Кришне напрямую, мы приближаемся к нему через его сострадательную природу. So when we chant Lord Krishna's name, we first chant the name of his compassionate nature, personified by Radharani. И поэтому, когда мы воспеваем имена Кришны, сначала мы произносим его
И имя его олицетворенной сострадательной природы, имящей Матери Радхарани. We chant the Hare Krishna mantra. Hare Krishna. Hare represent means Srimati Radharani. Мы повторяем Харе Кришну мантру, и Харе, значит, представляет собой Шримати Радхарани. Go ahead, 33. 33 качество. Почтительный. Почтительным считают того, кто оказывает должное почтение духовному учителю, браманам и пожилым людям. Когда перед Кришной собирались старшие, он прежде всего выражал почтение своему духовному учителю, затем своему отцу, а потом своему старшему брату Балараме. Таким образом, Латасаваки Господь Кришна был счастлив и чист сердца в своих взаимоотношениях с другими. So the quality is respectful, and respectful means we should respect the seniors. И почтительным считают того, кто оказывает должное почтение старшим. And particularly we should respect the spiritual master and the brahmanas. And elderly people. И особое почтение мы должны оказывать духовному учителю, браманам и пожилым людям. So it's described sometimes superior or senior people would come and to see Lord Krishna. И говорится, что иногда старшие приходили к Кришне. So Krishna would show the perfect etiquette. He would first of all offer respect to his spiritual teachers. И Кришна, он проявлял совершенство этикета и прежде всего выражал почтение своим духовным учителям. And then he would offer respect to his father. И затем он выражал почтение своему отцу. And then to his elder brother Balarama. А затем своему старшему брату Балараме. So Krishna was teaching us how to be respectful to everyone. Таким образом, Кришна учит нас, как выражать почтение всем. Just like Lord Ramachandra. Lord Ramachandra, he is Maryada avatar. He's the incarnation of etiquette. Как, например, Господь Рамачандра. Господь Рамачандра — это воплощение, это Марьяда, аватар, воплощение этикета. So Lord Ramachandra would also be very respectful to the elders and to the seniors. И Господь Рамачандра всегда очень почтительно относился к старшим и к пожилым людям. We say someone is senior by birth. И кто-то может быть старшим по рождению. Just like if somebody is a brahmana, so they're senior by birth. Например, если кто-то браман по рождению, поэтому он браман от рождения, поэтому он старше именно по рождению. To be born in a brahmana family is a good birth. И рождение в брахманической семье — это хорошее рождение. And somebody else is senior by age. Кто-то старше по возрасту. Certainly. Lord Krishna's mother and father will be senior by age. И, конечно же, мать и отец Господа Кришны, они были старше по возрасту. So we respect people who are senior by age. И мы выражаем почтение людям, которые старше нас по возрасту. And someone else is senior by initiation. They come to Krishna consciousness before us. So they have initiation before us. So we regard them as being senior. И кто-то, допустим, старше по инициации, если они пришли в сознание Кришны раньше нас, то мы считаем их старшими. Someone else comes to Krishna consciousness, they never took initiation. It's like the child who never takes birth. Например, кто-то приходит в сознание Кришны, но не принимает инициацию, и такие люди подобны ребенку, который who didn't take birth. Yeah. Они подобны ребенку, который не родился. So somebody is senior because they've
take an initiation, somebody has first initiation, someone is second initiation, is more senior. И эти люди, которые приняли инициацию, они являются старшими для нас. У тех, у кого две инициации, они являются для нас еще более старшими. And someone else may be senior by responsibility. А кто-то может быть старшим, исходя из того, какая на нем лежит ответственность. Someone takes responsibility to do service on behalf of Krishna. So they're senior. И кто-то, например, берет ответственность в выполнении какого-либо служения для Кришны, и поэтому эти люди считаются старшими. Maybe looking after a temple, maintaining devotees, so that's they're taking responsibility, so that's seniority. Например, если человек берет ответственность за храмы, то есть он берет ответственность за тех преданных, которые там находятся, и поэтому он является старшим. And someone else may be senior by realization. А кто-то может быть старшим благодаря своим реализациям. They've studied all the scriptures and they've realized the conclusions of the scriptures. Такие люди изучили все священные писания, и они осознали суть всех этих священных писаний. So on that basis, they're considered senior by realization. Таким образом, они являются старшими по отношению к нам благодаря своим реализациям. So Lord Krishna taught us to respect seniors. И Господь Кришна учит нас выражать почтение старшим. So, because Lord Krishna behaved in this way, he was always happy and pure at heart. И поскольку Кришна вел себя именно таким образом, то он всегда был счастлив и чист сердцем. And everyone was pleased with him in all of his dealings. И все были довольны им и всем тем, что он делает. Yeah, go ahead. 34. 34-е качество. Учтивый. Учтивым называют того, кто никогда не дерзит и не ведет себя заносчиво. Это свое качество Кришна проявил, когда появился на жертвоприношении Раджасуя, устроенной Махараджем Юдхиштхирой, его старшим двоюродным братом. Махараджа Юдхиштхира знал, что Кришна является верховной личностью Бога, и потому попытался сойти с колесницы, чтобы приветствовать его, но не успел это сделать. Господь Кришна опередил его, спрыгнув со своей колесницы и распростершись у ног царя. Несмотря на то, что Кришна сам Верховный Господь, в своих отношениях с другими он никогда не пренебрегает принятыми в обществе правилами приличия. Mm-hmm. So 34, describing the quality of being gentle. A person is gentle when they're polite, they speak nicely, they don't insult others. Учтивым называют того, кто никогда не дерзит, всегда разговаривает очень мягко и не оскорбляет других. And someone who's gentle will not be proud. И тот, кто учтив, он не будет гордым. Prabhupada talks about somebody being, in English they say, puffed up. И Шрила Прабхупада говорил о тех, кто на английском называется такие надутые люди, напыщенные. Just like when you're cooking, you may cook puris. Puri is like a fried bread. I don't know if you'd cook it much in Russia, but Indian people, they like to eat puris. Это, например, как пури, это такие жареные лепешки. Не знаю, есть ли у вас такое блюдо в России, но в Индии люди обычно жарят эти пури. So, you know, you get some dough and then you roll it into patties, and then the patty goes into the hot oil. And when you cook it, then the patty will puff up, it will blow out like a balloon. И
вы разрезаете тесто на части и по кусочку кладете в кипящее масло. И там, когда лепешка начинает приготавливаться, она вздувается, как шарик. So sometimes we will describe somebody is very proud, we'll say he's very puffed up. И когда кто-то очень горделивый, его называют надутым, напыщенным. Just like the frog. Frog is sitting in his well and he's asking, how big is the ocean? Это как лягушка, которая сидит в колодце, в своем колодце и спрашивает, а насколько велик океан? And he's asking, is it as big as my well? Is it twice as big as my well? How big is it? И она спрашивает, а насколько он велик? Он в два раза больше, чем мой колодец? And then the frog will blow himself up and expand. И тогда лягушка, она раздувает себя, и тогда выпрыгивает. And then they'll say, no, the ocean is much bigger than your well. So then he said, is it three times as big as my well? Тогда лягушка просто раздувается и показывает, и ей отвечают, нет, океан гораздо больше. Она говорит, может быть, он больше моего колодца раза в три? And then the frog will expand himself, blow himself up more, he will expand himself more. И тогда лягушка надувается еще больше. And then finally the frog will just burst up, burst, he'll just die, because he blew himself up so much. И в конце концов и лягушку разрывает от того, что она слишком сильно надулась. So devotee wants to be gentle, we shouldn't be proud. И преданный, он должен быть учтив, он не должен гордиться. This word gentle is used in the Bhagavad Gita, describing a brahmana. In the Bhagavad Gita, in the fifth chapter, there's a verse which says, Vidya vinaya sampani brahmani gavihastani suni chaiva swapake cha samopandita darshana. So it's describing the vision of a learned person, that he sees everyone equal. И в Бхагавад-гите описывается Браман, это описание дается в пятой главе, где говорится, что Браман равно относится ко всем живым существам. And he mentions different people. He says, first of all, Vidya Vinaya Sampani means the learned and gentle Brahmana. И он перечисляет различные живые существа, и первым он называет обученного Брахмана. So to be gentle is a quality of the mode of goodness. It's a quality for the Brahmanas should have. И учтивость — это качество гуны благости, это то качество, которым должны обладать брахманы. So in this case, Srila Prabhupada is giving the example about Lord Krishna's gentle behavior. И здесь Кришна приводит пример о том, здесь приводится пример о том, как Кришна проявляет свою учтивость. So it's described Lord Krishna was coming to take part in Maharaj Yudhisthira's Rajasuya sacrifice. И здесь описывается история о том, как Кришна пришел на жертвоприношение Раджасуи, который устроил Махараджа Юдхиштхира. This Maharaj Yudhisthira is emperor of the world, and he was arranging to do this big yagya. И Махарадж Юдхиштхира был императором мира, и он организовал эту большую ягью. And Lord Krishna came to attend, to bless the ceremony. И Господь Кришна пришел, чтобы благословить эту церемонию. So Maharaj Yudhisthira is related to Lord Krishna. Maharaj Yudhisthira is like the cousin of Krishna.
Would you repeat once again, Guru Maharaj? Maharaj Yudhisthira is a relative of Lord Krishna. They're related. Maharaj Yudhisthira is the cousin to Krishna. И Махарадж Юдхиштхира и Кришна были родственниками. Юдхиштхира был его старшим двоюродным братом. Махарадж Юдхиштхира is one of the sons of Кунти. Махарадж Юдхиштхира был одним из сыновей Кунти. And Kunti is related to Krishna's family. А Кунти, она принадлежала к семье Кришны. But Maharaj Yudhisthira is older than Lord Krishna. Но Махарадж Юдхиштхира старше, чем Кришна. Even though Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Maharaj Yudhisthira is the king of the world. So, who should respect who? Maharaj Yudhisthira is the emperor of the world, and Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So, Krishna, he wants to give respect to Maharaj Yudhisthira, and Maharaj Yudhisthira wants to give respect to Krishna. Итак, кто же кому должен был выразить почтение? Кришна — это верховная личность Бога, а Махарадж Юдхиштхира — император мира. И Юдхиштхира хотел выразить почтение Кришне, а Кришна хотел выразить почтение Махараджу Юдхиштхире. So, Maharaj Yudhisthira was trying to come to Lord Krishna to offer his obeisances. И Махарадж Юдхиштхира хотел подойти к Кришне, чтобы выразить ему свое почтение. But before he could get to Krishna, Krishna already came to him and offered his obeisances to Maharaj Yudhisthira. Но до того, как Махарадж Юдхиштхира успел это сделать, Кришна первым подошел к нему и предложил ему свои поклоны. So this shows how Lord Krishna gave so much importance to the etiquette in dealing with others. И это нам говорит о том, насколько Кришна большое внимание уделял этикету в взаимодействии с другими людьми. That he is so humble, he is so gentle that he came to offer obeisances to Maharaj Yudhisthira. Он был настолько смиренным и настолько учтивым, что он предложил свои поклоны Махараджу Юдхиштхире. Okay, 35. 35-е качество – терпимый. Терпимым называют того, кто обладает врожденной мягкостью. Слова Удавы, сказанные им после продажи драгоценного камня с Ямантака, подтверждают, что Кришна очень добр и великодушен. Даже если его слуга сильно провинится перед ним, он не обращает на это внимания. Кришна принимает в расчет только услуги, которые оказал ему его преданный. All right, so the next quality is liberal, that somebody is very liberal, very, his behavior is very mild. И терпимый — это тот, чье поведение отличается мягкостью. Liberal can also be very generous to give things to others. И терпимым также называют того, кто очень щедр в том, чтобы делиться какими-то вещами с другими людьми. So we're given the example about a statement made by Uddhava, who was the secretary of Krishna. И здесь приводится пример с Удавой, который был секретарем Кришны. And this statement was made after the Shyamantaka jewel had been stolen. И это утверждение, оно было произнесено после того, как был украден камень с Ямантака. So then there was some confusion about who had taken the jewel. То есть была такая ситуация, что не знали, кто взял этот камень. So Uddhava said that
Krishna is so kind and is so favorable that even if a servant is accused of an offense, Krishna does not take it into consideration. И Удава говорит, что Кришна настолько добр и великодушен, что даже если его слуга провинится перед ним, он не обращает на это внимания. So somebody may be engaged in the service of Krishna, and they may be accused of doing something very wrong, maybe stealing something. И, например, кто-то может быть занят служением Кришны, но он совершает какой-то проступок неправильный, да, может что-то крадет. But Krishna doesn't worry about what he's done wrong. Krishna simply cares about what he's done good. Но Кришна не обращает внимания на то, что этот человек сделал неправильный. Он принимает в расчет только то, что сделал этот человек хорошего. Krishna wants to, he's more concerned about what service a devotee has done. И внимание Кришны больше привлекает то, какое служение этот человек уже сделал. Yeah, Krishna didn't like to hear complaints about people. И Кришна не любит слушать, когда на людей жалуются. But if somebody was doing a lot of service, that was more important. Если кто-то занимается служением, делает служение, то это более важно. So we saw this with Srila Prabhupada also. И мы видели, как это качество также проявляло Шрила Прабхупада. Sometimes people would come to Prabhupada and complain about other devotees. Иногда люди приходили к Шриле Прабхупаде, жаловались на других преданных. But Prabhupada didn't like to hear complaints. Но Прабхупаде не нравилось слушать жалобы. And if Prabhupada knew that somebody was doing a lot of service, that was what was important to Prabhupada. И если Прабхупада слышал о том, как кто-то занимается большим служением, то вот именно это было для него важно. Now he, Prabhupada knew sometimes things will not be done right. There'll be problems. People will do things wrong. Еще Прабхупада знал, что иногда что-то делается не совсем верно, что люди неправильно что-то делают. But Prabhupada looked at what good they're done. Но Прабхупада всегда смотрел на то, а что же хорошего они сделали. Just like there was one temple, the devotee was a temple president. And he had brought some very, very, very important people into Krishna consciousness. Как есть история о том, что был один преданный, который был президентом храма, и он привел в сознание Кришны очень-очень-очень важных людей. And then when after some time Prabhupada came back to that temple, Prabhupada had visited the temple, and he knew who was the temple president, and he knew that he'd done a lot of service. И спустя какое-то время Шрила Прабхупада приехал в этот храм, и он узнал, кто был президентом этого храма, и он знал, что этот человек сделал очень много служения. So then Prabhupada came back to that temple after about a year, and he saw they had a different temple president. И спустя примерно год Шрила Прабхупада снова приехал в этот храм, и он увидел, что в храме уже другой президент. And so Prabhupada said, what happened to the other devotee who was the temple president before? И Шрила Прабхупада спросила, что случилось с тем преданным, который был президентом храма до этого? And they said, oh, Prabhupada, he was not chanting his rounds. И ему сказали, о, Шрила Прабхупада, он не вычитывал свои круги. And Prabhupada said, so what happened? Where did he go? И Шрила Прабхупада спросила, а что случилось, куда же он пошел? And they said, oh, Prabhupada, we took him out. We didn't want to be temple president if you can't chant his rounds.
И Шри Прабхупаде сказали: о, Шри Прабхупада, мы его выгнали, потому что он не повторяет свои круги, он не может быть президентом храма. Prabhupada was very upset. He said, what? He said, you can't do that, you shouldn't do that, that's not fair. The devotee did so much service and chanting his rounds, he can start chanting his rounds again. You don't have to take him out from his service. И Шрила Прабхупада был очень-очень разочарован этим. Он сказал, что, как вы могли так поступить, как вы могли это сделать? Человек может, преданный может начать снова читать свои круги, но вы не можете отстранять его от его служения. So, this kind of thing would happen in other places, not just one time. And Prabhupada would get very upset. И такого рода вещи периодически случались и в других местах, и Шрила Прабхупада был очень этим расстроен. The devotees who were doing valuable, valuable service would be removed and they'd be put down and taken out of their offices. И он был разочарован тем, что преданные, которые совершили, сделали очень важное и ценное служение, их выдворяли из храмов и отстраняли. So, Prabhupada had this quality, but it was lacking in many other devotees. И у Шрилы Прабхупады было это качество, он был... He was lucky, what? Prabhupada showed that quality, but other devotees did not have that quality. И Шрила Прабхупада показывал это качество, но у других преданных этого качества не было. So we should try to understand how important these qualities are, and we should try to develop them. И мы должны понять, насколько важны эти качества и стараться их развивать. We should be liberal, and we should try to encourage everyone in their service. И мы должны быть либеральны и воодушевлять каждого в его служении. 36-е качество – застенчивый. Застенчивым называют человека, которого в некоторых ситуациях охватывает смущение и стыд. Как сказано в Лалита Мадаве, застенчивость Кришны проявилась в то время, когда мизинцем левой руки он поднял холм Говардхана. Все гопи видели замечательный подвиг Кришны, и он улыбался, глядя на них. Но когда взгляд Кришны упал на их груди, его рука задрожала, и пастухи, столпившиеся под холмом, немного испугались. Затем раздался страшный грохот, и они стали молить Кришну о спасении. Мысль о том, что пастухи испугались сотрясения холма Говардхана, вызвала улыбку у Господа Баларамы. Заметив улыбку Баларамы, Кришна решил, что тот угадал, о чем он думал, когда смотрел на груди гопи, и это привело его в сильное смущение. Okay, so the quality is shy, that somebody is sometimes, shy means that people should be, they feel a little embarrassed or uncomfortable when they do something. И застенчиво называют человека, которого в некоторых ситуациях охватывает смущение и стыд. They don't like to exhibit themselves in the presence of others. They don't like to show their qualities or to do something in front of others. И они не хотят проявлять себя, проявлять какие-то свои качества перед другими людьми. Just like maybe a young girl is being trained to dance. Например, как молодая девушка, ее научили танцевать. So she goes for dancing lessons regularly, and she becomes quite good in dancing. И она регулярно ходит на уроки по танцам и научилась танцевать очень хорошо. But then she has to go. Then the teacher says, "All right, now we want you to perform on the stage in front of an audience." И потом учитель говорит, а сейчас ты уже готова к тому, чтобы выйти на сцену и станцевать перед большой аудиторией. And so the girl feels,
Oh no, I don't want to do it in front of the people. I'm not confident to do that. И девушка чувствует, о, нет, я не готова танцевать перед всеми этими людьми, потому что это я не уверена, что я смогу это сделать. And she may be like a ballerina, and she has to dress in a special dress which maybe shows her legs or her body, and she may feel uncomfortable to be dressed like that in front of so many people. И возможно, она танцует такие танцы, как, например, бальные танцы. Она может быть балериной, и, возможно, она чувствует себя некомфортно. У них есть особая специальная одежда, которая открывает их тело, открывает их ноги, и поэтому она некомфортно чувствует себя в такой одежде перед большим количеством людей. So this is shyness. Shyness is a good quality for a woman. И это застенчивость. И застенчивость — очень хорошее качество для женщины. So we have an example from the drama Lalita Madhava, which is written by Rupa Goswami. И тут приводится пример из произведения, которое называется Лалита Мадхава, которое было написано Рупа Госвами. Rupa Goswami wrote these dramas, which are about Krishna's pastimes. И Рупа Госвами писал эти драмы, которые описывали игры Кришны. So it describes how Lord Krishna had picked up the Govardhan hill, and he's holding up the Govardhan hill with the little finger of his left hand. И эта история описывает, как Господь Кришна поднял холм Говардхана мизинцем своей левой руки. And when Krishna picked up the Govardhan hill, then he called all the people of Vrindavan to come under the hill, that they will be protected from the rain and the storm which had been sent by Indra. И когда Кришна поднял холм Говардхана, он созвал туда всех людей, всех жителей Вриндавана, чтобы они укрылись от дождей, от того шторма, который устроил Индра. Indra wanted to destroy all the people and all the cows of Vrindavan. So he had sent the Samvartaka clouds there, which annihilate the universe at the time of the devastation of the universe. И Индра хотел уничтожить всех жителей в Вриндаване и всех коров Вриндавана, поэтому он призвал облако Самбартаку, которое заливает всю Вселенную во время ее разрушения. So Lord Krishna picked up the Govardhan hill, and all the gopis and everyone came under the hill, and they were very happy to be together. Krishna was able to be with all the gopis, and as well as Nanda Maharaj, Mother Yashoda, everyone could all be together. И когда Кришна поднял холм Говардхана, там собрались все жители Вриндавана, и все были очень счастливы оказаться всем вместе. И гопи рядом были счастливы рядом с Кришной, и также рядом были мама Ишода и отец Нанда Махараджа, и все были счастливы находиться рядом вместе. So all the gopis were seeing Krishna pick up the hill. They were thinking, oh, Krishna is so wonderful. They already were attracted to Krishna, but when Krishna picked up the Govardhan hill, they became more attracted to him. И когда гопи увидели, что Кришна поднял холм Говардхана, они подумали, о, какой Кришна замечательный. И они уже были привлечены Кришной, он им очень нравился и до этого, а сейчас он стал нравиться им еще больше, они больше, еще больше притянулись к нему. So Krishna was also happy to see all the gopis, and Krishna smiling at the gopis. И Кришна тоже был счастлив увидеть всех гопи, и он улыбался им. But when Krishna saw the gopis, then he couldn't help but notice also the breasts of the gopis. Но когда Кришна увидел гопи, он не мог не посмотреть на их грудь. And seeing the breasts of the gopis, it caused Krishna to, his hand began to shake.
И когда он посмотрел на груди гопи, его рука начала трястись. And so all the people who were under the hill, they became a little worried because the hill began to shake. И все люди, которые находились под холмом, они начали беспокоиться, потому что гора тоже задрожала. And at that time, then there was this big, loud roaring sound suddenly. И внезапно в это время как раз раздался страшный грохот. So nobody knew what was happening. They all prayed to Krishna for safety. И никто не знал, что происходит, и все начали молить Кришну о спасении. So that's the nature of the Vrindavasi people, the Vrindavan people. Whenever there's a danger, they will always pray to Krishna. И это природа всех Бриджабаси, всех жителей Вриндавана, что когда бы ни случалось что-то опасное, они всегда обращаются с молитвой к Кришне. It's natural for them to think of Krishna. И для них естественно думать о Кришне. So it said at that time, Balaram, Lord Balaram, who was also there under the hill, he was smiling. И говорится, что в это время, как Господь Баларама, который тоже находился в это время под холмом, он заулыбался. He was thinking that all these coward men, they're so afraid because the hill is shaking. И он думал, о, все эти пастухи, они боятся только потому, что этот холм затрясся. So Balaram was smiling because of the cowherd men being afraid. He thought, these men, why these men are afraid? Krishna's God, he can hold the hill up if he wants. И Баларама думал, почему все эти пастухи, они трясутся от страха, ведь Кришна это, Кришна Господь, и он может делать все, что он хочет. But when Krishna saw that Balaram was smiling, Krishna thought that Balaram knew what Krishna had been thinking. Но когда Кришна увидел, что Баларама улыбается, Кришна подумал, что Баларама знает тут о его мыслях. Of course, Balaram didn't know. Krishna had been thinking about the breasts of the gopis. И, конечно же, Баларама об этом не знал, на самом деле Кришна думал о груди гопи. But Balaram didn't know that. Но Баларама об этом не знал. But Krishna thought Balaram knew. Balaram knows I'm thinking about the breasts of the gopis. Но Кришна подумал, что Баларама знает, о чем он думает, что он думает о груди гопи. And this caused Krishna to be shy. И это стало причиной того, что Кришна застеснялся. A little bit embarrassed, or we would say bashful. И он засмущался, устыдился. Okay, third, next one. Следующее качество – защитник предавшихся душ. Кришна – защитник всех предавшихся ему душ. Один из врагов Кришны успокаивал себя мыслью о том, что ему не к чему бояться Кришну, потому что стоит ему предаться Кришне, как тот защитит его от всех опасностей. Кришну иногда сравнивают с полной луной, которая без колебаний проливает свои успокаивающие лучи даже на дома чандалов и неприкасаемых. So the next quality is to give protection to surrendered souls. И следующее качество – защитник предавшихся душ. So, of course, in the Bhagavad Gita, Krishna said, if you surrender to me, I will protect you. Конечно, в Бхагавад-гите Кришна говорит, если ты предаешься мне, я защищу тебя. So I will free you from all sinful reactions. Do not fear. Не бойся, я защищу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. So sometimes, of course, Krishna had some enemies, some political enemies, because Krishna was like a king, so kings always have their enemies, and some enemies were thinking about surrendering to Krishna. И, конечно же, у Кришны были враги на политической арене, то есть все цари, они имеют врагов с политической точки зрения, и некоторые цари даже думали о том, чтобы предаться Кришне. He thought
that if he just surrenders to Krishna, he doesn't have to be afraid of Krishna anymore. И они думали, что если они предадутся Кришне, то им не к чему больше их бояться. Because if he surrenders to Krishna, Krishna will give him protection. Поскольку если они предадутся Кришне, то Кришна даст им защиту. So Krishna is compared to the moon, because the moon just gives its light. The rays of the moon go everywhere. И Кришна сравнивается здесь с Луной, поскольку Луна проливает свой свет повсюду. The rays of the moon are cooling. The sun is very hot and sometimes disturbing, but the rays of the moon are always cooling. И лучи, лунные лучи, они очень охлаждающие. Солнце, оно может приносить какие-то беспокойства, поскольку оно очень горячее, но лучи солнца, они очень успокаивающие, охлаждающие. So the rays of the moon go everywhere. И лучи луны распространяются повсюду. So Krishna is like that. He can give his mercy to everyone. И Кришна подобен этой луне. Он может дать свою милость каждому. Okay, we will stop. Сегодня мы здесь остановимся. There are some questions in the chat. Okay. Елена Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Смейте, пожалуйста, мои поклоны. Сегодня говорили о качествах сострадания, почтения и других. У меня такие вопросы. Первый. Не могу проявить сострадание, почтение к маме. Тяжело с ней общаться. Она постоянно жалуется на здоровье, не хочет ничего менять в жизни. Общаясь с ней, я чувствую, что просто теряю время, что эти разговоры никак не помогают. Им уменьшило общение. Внутри стараюсь ее уважать, но не могу тесно общаться. Правильно ли так поступать, несмотря на ее обиды? Или нужно до конца терпеть эти жалобы? Как тут проявить почтение? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. There are several questions, and the first one is, I can't show compassion and respect to my mom. It's hard to communicate with her, and she constantly complains about her health and doesn't want to change anything in her life. And when I communicate with her, I feel that I'm just waste my time, and that all this conversation don't help anyway. And I reduced communication with her, and inside myself, I try to respect her, but I cannot communicate closely. Is it right to do so despite her resentments and or do I have to tolerate all these complaints until the end? How can I show respect here? Well, let her contact you. When your mother contacts you, then you just listen to her, you know, and you don't have to argue with her, just listen to her. Попробуйте не спорить с ней, а просто слушать ее, когда она общается с вами. Don't try to tell her anything. Let her do the talking. Не пытайтесь ей что-то рассказать, а просто позвольте ей рассказывать вам что-то. Mm-hmm. Пусть она говорит. But Mataji said that it's because mother is always complaining on something, and it's difficult to just to communicate with her, to talk with her, and she feels like it's she's wasting her time. Yes, you're right. You are wasting your time, but you have to give some time. She's your mother, so you give minimum time. You know, just tolerate. Yes, yes, okay, okay, you know, like, you just, you know, be a little, play the submissive part, but at the same time, take it lightly.
Don't take it too seriously. То есть это ваша мама, и постарайтесь проявить терпение, то есть примите себя вот эту роль подчиненного, да, роль младшего, и просто старайтесь ее слушать. Не берите все это близко к сердцу, воспринимайте все это легко. Yeah. Don't get too much disturbed by her. Just understand, you know, that's how she is. And you just, you know, go on with your life. То есть не позволяйте ей слишком сильно беспокоить вас. Просто вы знаете, какая она, да? Какая ваша мама, и просто продолжайте жить своей жизнью. You're not living with her, are you? Вы же не живете с ней, правильно я понимаю? Да, правильно, я не живу с ней, но она очень часто напрашивается к нам в гости, у нас божества, и как бы вот мама, она так не очень относится к Харе Кришне, а уж тем более, если она увидит божества, и что я тут все им делаю, ну это просто будет катастрофа. И вот она обижается, что я вот ее в гости не зову. Yes, I'm not living with my mom, but she's always, or very often she's asking for a visit to my home, but she doesn't like Hare Krishna people and doesn't like deities, and I have deities at home, and it seems to me when if she see the deities will be something awful. So and she's complained that I'm not invite her to my home. Well, that's let her complain. You know, what can you do? You know, if she comes, just tell her you're busy. You just have to make some excuse. Ну, позвольте ей жаловаться. Ну, что вы сделаете в этом случае? Либо говорите, что вы заняты, извинитесь перед ней. Yeah, I agree. You're better to avoid having her come to your home. Да, я согласен в том, что лучше избегать ее визитов к вам домой. Just tell her, you're busy, you have no time. Просто говорите, что я занят, у меня нет времени. So you have to tolerate these kind of things. Поэтому вы должны терпеть все эти вещи. There's always some problems, naturally, with family members. And you know, you change your life, you've taken up Krishna consciousness, it's something they don't understand. So you have to expect they're not going to appreciate it. Всегда какие-то такие вещи происходят с членами семьи, поскольку вы приняли какую-то новую жизнь, и ей сложно, остальным членам семьи сложно принять все это. If you give her prasadam, does she take it? А вы угощаете ее прасадом? Она вкушает прасад? Она вкушает, да, особенно любит махасладости или что я готовлю. Не сильно она принимает, вот, когда много специй, а так вот сладко очень любит, да. Yes, she takes prasadam, and especially she likes maha sweets. And other sweet things, maybe she doesn't, and she doesn't like the dish with which has a lot of spices, but sweets she likes very much. Okay, so keep giving her sweets, send sweets to her, keep her happy. Ну, тогда,
продолжайте отправлять ей сладости, пусть она будет счастлива. Just say, I'm sorry, I'm very busy, I'm doing this, I'm doing that, you know. But I've got some nice sweets for you, and send some sweets to her. Вы просто можете говорить, я занята, у меня вот такие-то дела, нет времени, но при этом, но я тебе отправлю сладости. So just... Хорошо, я поняла. Thank you, understood. Просто раньше мы, сейчас еще дополню, что раньше было тесное такое общение, сейчас я поняла, что это общение, ну, меня прям, ну, сильно как-то выводит из строя, вот, и мама, конечно же, беспокоится, что раньше дочка так все прям с ней общалась тесно, а сейчас нет, и она вот беспокоится, что она меня как будто теряет, вот, а я, наоборот, чувствую себя хорошо, когда с ней мало общаюсь, и вот из-за этого такие недопонимания. And before, previously, we associate very closely, and now just I don't like this close communication, and my mom is worried if there is something wrong with me, what's going on, and so on. Yeah, she'll get used to it, I know. It's often like that with other devotees also. Да, очень часто так происходит у преданных. There's one girl, she used to take her mother out to restaurants all the time, but then the girl became a devotee, and she'd bring her mother to the temple to eat prasadam. Была одна девушка, которая, ну, все время должна была... Они с мамой ходили все время в ресторан, но когда она стала преданной, она тогда привела маму в храм на прасад. But her mother's not vegetarian, so, you know, she doesn't like too much to come to the temple so much. But she misses her daughter taking her out to restaurants all the time. И, но ее мама не была вегетарианкой, поэтому ей не очень понравились все эти посещения прасада в храмах, и она скучала по тому, как дочка ходила с ней по ресторану. So you're not unique, you know, this happens to many people. Поэтому вы не одна в этом очень, это случается со многими людьми. You know, you've changed, so mother may not be too happy with that, what to do. Вы изменились, и мама, возможно, не слишком счастлива от этого. You've changed for the better. И вы извинились к худшему. Окей. И следующий вопрос. Да, второй вопрос, тоже такой достаточно личный. Ну, так случилось, что меня отстранили от работы из-за того, что я не сделала прививку. И чувствую беспокойство за будущее. Но пока есть деньги, что я должна делать? Как понять этот поворот в жизни? Нужно ли начинать пробовать что-то новое для зарабатывания денег или начать больше служить и понимать, что Кришна освободил от неблагоприятного общения? The second question, it so happened that I was suspended from work because I didn't do vaccination and I feel worried about the future. But as long as there is some money, what should I do? How to understand this situation? Do I need to start trying new things to earn money, or do I need to start serving more and understand that Krishna has just freed me from unfavorable communication? Yes, you have to, you know, you have to maybe look for new things, new way to support yourself. Да, возможно, вам стоит поискать что-то новое, то есть те пути, которые вы можете поддерживать. You didn't want to do vaccination. They wanted you to be vaccinated. So you got suspended. How long is the suspension for? Until you get vaccinated? А насколько вас отстраняет работа, пока вы не вакцинируетесь?
Ну да, там есть такой момент, что либо я вакцинируюсь, либо, может быть, пройдет вот эта вот первая волна, вот, и посмотрят, что у нас там почти все вакцинировались и могут вернуться. Ну, не знаю, пока время не определено. The situation is like this, so it's they suspend me for some time until maybe this peak of this maximum of illness just getting smaller, and maybe a big amount of people will just get this vaccination, and they can allow me to come back to work, and maybe not, I don't know. Okay, so I mean, were you happy in the job? Did you was it a really good job? Did you really like it? А вы были счастливы на этой работе? Это действительно хорошая работа, вам она действительно нравилась? Нет, я уже там, уже сделала все, что могла, и больше там, если честно, не могла. No, I just did my best there, and I cannot, I couldn't tolerate any more there. Okay, so you find some other way to support yourself. Тогда ищите какую-то другую возможность поддерживать себя. I'm sure Krishna will give you some other means to maintain your life. Я уверен, что Кришна даст вам какие-то другие способы, чтобы поддерживать свою жизнь. I'm not sure what the distinction was between the two things which she said. One thing is she talked about finding some other way to support herself. What was the other thing? The alternative? А какая была, я не запомнил, то есть какая альтернатива была между тем, чтобы найти что-то новое, и второе что-то было? Но я подумала, что сейчас пока что есть деньги, что, может быть, нужно работать для Кришны, ну вот приходить в храм и там помогать на кухне, делать гирлянды, то есть вот как-то какое-то время отдать туда. И, возможно, благодаря служению какой-то придет ответ, может быть, где-то появится новая какая-то возможность для работы. And the second was, but as long I have money, some money, maybe this for some time I should just spend this time in the temple, just serve to Krishna, make garlands or something else there, and maybe due to all this service, Krishna give me some good opportunity to just to support myself. Yeah, maybe. Да, возможно. Yeah, don't put yourself under too much financial stress. You don't want to be left with no money. Ну, то есть не вгоняйте себя в какой-то финансовый стресс, то есть вы не должны отказаться в ситуации, когда у вас совсем не будет денег. You have to be able to take care of. I think you have a daughter, right? У вас же дочка, правильно? Ну, дочку, да, за дочку мне вообще всего хватает, там папа все обеспечивает. Your father provides my daughter with everything. Oh, okay. Then you're lucky. Yeah. So go to temple and do service and see what Krishna provides. Да, вы очень удачливы. Тогда идите в храм и занимайтесь служением, и посмотрим, на что устроит Кришна. Take the opportunity to advance in your Krishna consciousness. Возьмите, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы развиваться в сознании Кришны. Спасибо большое. Thank you very much. Okay. Next question. Юна Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо, Хари Кришна, Гуру Махарадж и все преданные. Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны со славой Шрили Прабхупаде. Как мы должны выражать почтение старшим, если они не преданные? Спасибо.
Hare Krishna Guru Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. How we should offer our respect to the seniors if they are not devotees. Thank you. Yes, we will respect them still because they're senior, even though they're not devotees. Because Krishna's in their heart. So we will still also give proper respect to them. И мы выражаем таким людям почтение, несмотря на то, что они не являются преданными, но тем не менее Кришна находится в их сердце, и мы оказываем должное почтение поэтому. Of course, it will be a little different. You won't say something like, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada, because they're not devotees. So you won't say like that. То есть, конечно же, это будет им говорить им Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, и все Шили Прабхупаде. But you may say, yes, my dear sir, very pleased to meet you, how can I serve you? Но вы можете сказать, я очень рада вас видеть, чем я могу вам послужить, что я могу для вас сделать. Be polite with them, give them proper respect. Быть с ними вежливым и выражать им должное почтение. At the same time, we don't compromise on our spiritual principles. Но вместе с тем мы не идем на компромисс по отношению к нашим духовным принципам. Okay. Хорошо. Next question. Раджарани Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Кришна. Гуру Махарадж, Хари Кришна, Прабху, мы примите смиренные поклоны, все слава Шри Паде. Так, сейчас, сегодня говорили про Бхишма Дева. В понедельник у нас начинается Бхишма Панчика. Расскажите, пожалуйста, как лучше провести. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj and the devotees, all glories to Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. Today we were talked about Bhishma Dev, and on Monday we have Bhishma Panchika. It starts Bhishma Panchika, and please, would you tell us, please, how to spend it in the best way? Thank you. Well, the Bhishma Panchika is for people who have not properly followed Chaturmasya. И Бишма Панчика она для тех людей, которые недолжным образом следовали Чатурмасе. So it said if you follow the Bhishma Panchak, then you get the benefit of the 4 months of the Chaturmasya. Говорится, что если вы следуете Бишма Панчике, то вы получаете плоды соблюдения Чатурмаси. So there are different standards in following Bhishma Panchak. И существуют различные стандарты в соблюдении Бишма Панчики. On the Ekadasi day, well, the highest standard on the Ekadasi day is to do the full fast near Jam. И высший стандарт это когда на как на Экадаши мы берем полный пост without water. Yes. Полный пост без воды Нирджава Экадаши. And then for the other days, you should just simply take fruit and roots. А в другие дни вы должны принимать просто фрукты и корни. And you finish on the final day in the evening, on the fifth day in the evening. И вы заканчиваете поститься на пятый день вечером. Okay. Хорошо. Next question. Елена Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Застенчивость – это врожденное качество или его нужно и можно развивать? Is shyness is this quality that we just
have by birth, or it's necessary to, or it's possible to develop it? Certainly, it's possible to develop it. Конечно, и возможно его развить. We shouldn't be artificial, but at the same time, we should understand some shyness is required. То есть это не должно быть как-то искусственно, но мы должны понимать, что в каких-то случаях какая-то застенчивость нужна. So, for a woman to be shy will certainly impress other people. И когда женщина застенчива, это производит впечатление на других людей. And you will get more respect. И тогда вас будут больше уважать. But a woman who is not shy, then she'll be exploited by unscrupulous men. И те женщины, которые не застенчивы, то тогда их могут эксплуатировать какие-то бессовестные мужчины, беззастенчивые, бесчестные. You'll attract the wrong kind of men if you're not shy. И если вы не застенчивы, то вы привлекаете не тех мужчин. So you should be careful. Вы должны быть осторожны. Next question? Yeah. Следующий вопрос, пожалуйста, Елена Веродова, Матаджа. Спасибо большое. Спасибо большое, Хари Кришна, ваше свидетельство, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Вопрос по состраданию. В чем должно заключаться наше сострадание к людям, которые сейчас страдают от болезней, жалуются на то, что терпят финансовое неблагополучие, но при этом они не хотят никакой проповеди слышать о Боге? И кому мы вообще можем, в нашем таком состоянии, можем и должны проявлять сострадание, как нам это делать? Спасибо. Hare Krishna, homeless and dear devotees, please accept my humble obeisances. The question is, what should be our compassion for people who are now suffering from disease, complaining that they have financial problems, but at the same time, they don't want to hear about God. To whom can we, should we show our compassion and how should we do this? Thank you. Well, we should just simply be sympathetic to their condition. И мы просто должны проявлять какое-то сочувствие к их к их ситуации. We have to understand that these things are there for everyone with a material body. There's going to be disease, there's going to be old age, there's going to be death. И мы должны понимать, что все эти вещи, они будут происходить с материальным телом всегда, всегда будут болезни, старость, смерть. And we should simply be sympathetic, you know, compassion to them. Compassion, we don't want to be compassionate on the body. Our compassion should be shown to the soul. И мы должны проявлять какое-то сочувствие к ним, сострадание, но наше сострадание не должно распространяться на тело, мы должны проявлять сострадание к душе. No purpose in being compassionate on the body. That's no use. Бесполезно проявлять сострадание к телу.
show compassion for their soul. Teach them, try to explain to them the difference between the body and the soul. Проявляйте сострадание к душе, вы пытаетесь объяснить им разницу между телом и душой. Of course, people are suffering. It's difficult for them to understand spiritual knowledge at that time. Конечно, когда люди страдают, им сложно воспринимать духовные знания в это время. They have no faith in God. They don't believe in God. They have no faith. They have no belief. У них нет веры в Бога. Они не верят. So what can you do? They're in that condition. This is their helplessness. We're not as powerful as Narada Muni. И что вы можете поделать в этой ситуации? Например, Нарада Муни, он мог превращать людей в преданных, например, он сделал преданным охотником Ригари, но мы не такие могущественные, как Нарада Муни, поэтому что мы можем поделать? Anyway, don't waste your time. There's always other people who want who are willing to hear. We don't really have any business with these people who are atheistic. We just avoid them, because if you try to give them instruction, they just become more bitter. И не просто не тратьте на таких людей время. Всегда найдутся люди, которые будут хотеть вас слушать. И если вы попытаетесь дать таким людям наставление, то станет им еще более горько. So we're looking for the innocent people, people who are interested to hear, show compassion for them. И мы ищем невинных людей, которые которым интересно слушать о Боге, и мы к ним проявляйте сострадание к ним. Don't waste your time with all these other people. Не теряйте свое время на других людей. Of course, be polite to them. Not that we have to be offensive to them. Конечно, проявляйте к ним доброту, то есть это не значит, что мы должны оскорблять таких людей. But we can't do anything to help them. Но мы ничего не сможем сделать, чтобы им помочь. You might want to give them prasadam. I don't know if they take it. Вы можете дать им просад, но я не знаю, примут ли они его. Окей. Можно, да, мы, кстати, она вот дополню. Мне просто речь идет об ученице, которая ходит ко мне на йоге. И она прям, у нее прям страх, когда я начинаю рассказывать о том, что мы душа, а не это материальное тело. Она говорит, я не могу в этом слушать, мне страшно. Но просад она принимает. This Елена Матвич, she has a disciple, she's a yoga teacher, and she has a disciple, and one of her disciples, one lady, she always, when Елена starts to talk about soul, that we are not bodies, that we are soul, this lady, she always says, oh, I'm so afraid of this topic, I'm afraid of all these things that you are talking about. But she just takes prasadam. She takes prasadam. Okay, so let her take prasadam. Хорошо, пусть тогда давайте ей прасад. Try to get her to pay for the prasadam. Let her pay some money. That way she gets some purification. She's getting some spiritual progress if she donates money. И тогда попытайтесь сделать так, чтобы она за этот просад делала какие-то пожертвования, то тогда она будет как-то совершать какой-то духовный прогресс. Try to engage her money
in Krishna's service. Постарайтесь задействовать ее деньги в служении Кришне. Tell her she can sponsor prasadam. Скажите ей, что она может спонсировать просад. Okay. Next question. Вы еще что-то хотели добавить, Лена Матвеевна? Ну, я тогда напишу, я увидела, что еще вопрос есть. Спасибо большое, я сейчас напишу. А следующий вопрос, Елена Матвеевна, пожалуйста, Дмитриева. Угу. Я хотела еще такой вопрос задать. Если в астрологии стоят такие показатели, которые указывают на царские замашки, ну, какие-то черты такие, да, львиные, царские, как служить? Ведь кажется, что нужно стать смиренным и не высовываться. А если в карте все иначе, как с такой природой служить? То есть это склонность быть в центре, быть привлекательной, петь, например. Это же не совсем застенчивость и смирение. Как правильно задействовать свою природу, не сломать, но и быть слугой? The question is, in astrology, in the chat, I have some planets indicate my royal habits, how to solve, because it seems that I need to become humble and keep my head down. And if everything is different in this, in my horoscope, how to solve such nature? That is, there is a tendency to be in this in the center, to be attractive, to sing, for example, and it's not exactly shyness and humility. How to use my nature correctly, not to break it, but also to be a servant. Yes, well, you do. If you do your singing for Krishna, you glorify Krishna. That's very nice. Но если вы поете для Кришны и прославляете Кришну, то это очень здорово. You're attractive, and you're a devotee of Krishna. That's very good. People will see that. Although you're so attractive, you're not just surrounded by lusty men, but you're devoted to Krishna. И если вы привлекательны, это тоже очень хорошо. Вы же слуга Кришны, и таким образом люди будут видеть, несмотря на вашу привлекательность, вас не окружают похотливые мужчины, и вы являетесь слугой Кришны. Это тоже очень здорово. So, it's good. You use your good qualities for the service of Krishna. You just simply engage yourself in devotional service. And be, you know, dress like a devoted woman, and keep your hair tied up, and don't let it all hang loose. If possible, you can put your sari over your head a little, like that, be dressed in a chaste manner. Просто задействуйте свои качества в служении Кришне, одевайтесь, надевайте на себя сари, прибирайте, как-то укладывайте, связывайте волосы, чтобы они не были распущены, и надевайте, например, на голову кончик сари, платок какой-то, то есть ведите себя целомудренно. Remember, sari is meant for covering the body, not for exposing the body. И помните о том, что сари предназначена для того, чтобы покрывать свое тело, а не для того, чтобы показывать его. And be very careful in dealing with men. Don't be alone with any man. И ведите себя очень аккуратно в общении с мужчинами, не оставайтесь с ними наедине. Unless, of course, he's your husband. Естественно, если это не касается мужа. You understand? Вы поняли, да, Матаджи? Да, немножко поняла. То есть, а вот эта вот склонность, чтобы как-то вокруг меня все крутилось, вот мне нравится бхакти-врикша, вот тут много людей, вот это как бы тоже можно задействовать? This habit to be in the center, I like the, when there are a lot of people around me, for example, when I spend bhakti riksha, so I can use this quality in the service too.
Okay. Yeah, but it shouldn't just be men. Да, но это не должны быть просто только мужчины. Понятно, у нас в основном женская бхакти-рикша. Yes, understood. We have mostly there are a lot of women in our bhakti-rikshas. Good. Yeah. Хорошо. Next question. Yeah. Александр, пробу ваш вопрос, пожалуйста. Ваше сердечко, вы только трое в лекции говорили, что если человек не будет читать книги, то он будет жить, но при этом он не будет понимать, зачем он это делает. Скажите, слышали? Очень плохо. То есть, насколько я поняла, если человек будет читать книги, но при этом он не будет служить, то он не будет понимать, зачем он служит? Ну, я это так бы слышал. И я хотел продолжить, но не знаю, можно это как вопрос формулировать, а потом второй задать? Да, лучше так. Давайте. I've heard that, as far as I understood, if a person... just if one reads books and but he doesn't serve, so his service it doesn't have power, it's all useless. Прошу прощения, по-моему, наоборот, если он служит, но не читает книги, в этом был вопрос. А, Прабу, повторите, пожалуйста, да, вот я, может быть, я упустила. Прабу. Александр, Прабу. Да. А, если человек служит, но книги не читает? Как-то в одной из лекций Махарадж сказал, что если человек не читает книги, то он не будет знать, зачем он служит. There was a lecture where you said that if a devotee doesn't read books, then he will not know why he's serving. Спасибо большое, Туранг Прабу. Да, Александр Прабу, дальше ваш вопрос. Yes, you have to have some knowledge. Да, у вас должно быть какое-то знание. It's important to read. There has to be a balance. You do some reading and you do service also. То есть должен быть какой-то баланс. Вы должны читать и заниматься каким-то служением. Yeah, we don't just read and not do any service. And we don't just do service and not read. Мы не можем просто читать и не заниматься никаким служением. И также мы не можем просто служить и ничего не читать. So you have to have a balance with the two. То есть у вас должен быть баланс между двумя этими моментами. У меня просто такая ситуация уже много лет, больше 5 лет. То есть, по большей части, да, не хватает где-то в служении преданных. И задействуют, ну, я сильно напрашиваюсь, но так вот получается, что задействуют на служение, и почти всегда он какое-то время там... Но вот сейчас, допустим, харинама идет, туда добраться, обратно, то есть это где-то 3 часа. Вот на это всегда находится время. А вот просто здесь вот эти 3 часа и потратить на чтение, вот я никак не могу себя заставить. То есть как поступать? Нужно отказывать вот лидерам там каких-то вот департаментов и говорить, ну у меня вот этот баланс не соблюден. Или просто считать, что вот то, что они просят, это, ну как бы Кришна через них говорит, и тогда, ну уже как-то там... And the question is, during this last 5 years, I have such a situation that, for example, authorities ask me to do some service, for example, to go to Harinam, and it, for example, takes me 3 hours to do all these things, and at the same time, And I always, for example, if they ask me, I always have time to do this, to serve. But at the same time, I don't spend these 3 hours, for example, for reading books.
And what should I do if they ask me to do something for service? I should tell them that I have no disbalance, so I need to read books. I need to refuse them, or I should think that if they ask me, it means that Krishna wants me to do this. Yes, it's good to do service if they're asking you to do service. The point is that there's other time, you get time, you can't find time to read book. You don't need to read for 3 hours. You don't need to read for 3 hours, but you do need to read. И если вас просят, то это, конечно же, хорошо, вам следует это делать, следует заниматься служением, но вы также должны читать, но при этом чтение не требует там 3 часов, вы можете делать это меньшее время. So if you go for Sankirtan, that's certainly very good, very powerful. Если вы ходите на Санкиртану, то это, конечно же, очень хорошо, это очень могущественная вещь. But just try to also, you have to also do, make some time to read. Но просто оставляйте какое-то время для чтения. So you should not think that, oh, because I haven't read, I won't go for Sankirtan. No, after Sankirtan, when you come back from Sankirtan, then you read. То есть вы не должны думать, что вот я мне нужно почитать, поэтому я не пойду на Санкиртану. Нет, просто приходите после Санкиртана и немного читайте. And you may not read so much, but if you go to class, when there are classes, then you sit in the class and hear. That's as good as reading, better than reading. И вы можете не читать много, но если вы посещаете лекции, то вы можете просто присутствовать на них и слушать, и это даже лучше, чем чтение. Okay. Next question. Yeah. Елена Миронова, Матриджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. У меня еще такой вопрос, Ваше Святейшество. К нам в город по Голесосной Бе приезжают 2 старших преданных, в том числе они будут проводить публичные лекции. И как выяснилось, нам отказали в аренде одного помещения, ссылаясь на то, что на лекциях пропагандируется деятельность сознания Кришны. То есть нам сказали, что вы кришнаиты, поэтому, извините, вам помещение не положено. Вот. И это нарушает, в принципе, это прямое нарушение Конституции России, где говорится о свободе вероисповедания. Нас по религиозному принципу преследуют. Вот в каком правильном настроении нам нужно воспринимать эту ситуацию? Спасибо. The question is, two senior devotees will come to our city, to Blagoveshchensk, in November. And they will do public lectures. And we were refused to rent one room due to the fact that the lectures promote activities in Krishna consciousness. And in general, this even violates the constitution of Russian Federation, which refers to freedom of religion. So what should be our proper motivation, what should be our proper thoughts in this situation, how we should just understand the situation properly? Well, you have to work with the local authorities. You can't go against them. If they don't want to rent the place to you, you can't do much about it. И вы должны сотрудничать с местными властями, то есть если они говорят, что вот так, то вы не должны идти против них. You have to find some other place. Просто ищите другое место. And you have to learn to work around these kind of conditions. И вы должны учиться как-то работать в таких условиях. If you go against the government, then you make enemies, and that can be problem.
Но если вы пойдете против правительства, то это может вызвать какую-то вражду, и это может создать проблемы. That's, I worry that if you say, you know, okay, they're doing something against the constitution of Russia, you have freedom of religion, but, you know, many of these things, you know, if you make an issue of it, then they'll give you more trouble in the future. Если вы создадите какой-то инцидент из-за того, что из-за свободы вероисповедания или еще чего-то в этом роде, то это может создать вам в будущем еще больше проблем. So, try to find some other alternative, some other location. Просто попытайтесь найти какую-то другую альтернативу, другое место для лекции. Of course, because you're promoting Krishna consciousness, they don't want Krishna consciousness. Конечно же, если вы пропагандируете сознание Кришны, они его не хотят, чтобы так было. Maybe you can promote something else. Возможно, вам стоит продвигать, пропагандировать что-то другое, что-то еще. The psychology program would successful, right? When какие-то программы по психологии, они обычно имеют успех. So something like that psychology program, that's a good guise for Krishna, cover up for Krishna consciousness. И вот те, кто приходит на лекции по психологии, обычно это очень хорошая аудитория для сознания Кришны. То есть это хорошее прикрытие для сознания Кришны. Окей. Можно уточнить, Татьяна Анатольевна? Дело в том, что как раз вот те старшие преданные, которые приезжают, они ничего не рассказывают о сознании Кришны на своих лекциях. У них идут психологические вебинары и тренинги. And the point is that these two senior devotees, they say nothing about Krishna consciousness on their lectures. They just have psychology programs and webinars. Yeah. So don't mention Krishna consciousness. They don't mention it at all. But situation is like this. But, well, why did they refuse to rent you the room? Because they say that you are promote activities in Krishna consciousness. Well, are you? How did they know that you're promoting activities in Krishna consciousness? Почему же вам тогда отказали в лекции, да? Чем они это объяснили? Я сказала, что люди отказали, потому что они считают, что на лекциях пропагандируется деятельность сознания Кришны. Тогда Махарадж спрашивает, а как же они тогда узнали, что вы этим занимаетесь? Они заявляют, вот руководитель дома профсоюза, говорится профсоюз, не помню, как это называется, заявляют, что у вас скрытая пропаганда сознания Кришны. Вы кришнаиты, у вас скрытая пропаганда And they say that you have hidden promotion of Krishna consciousness, hidden propaganda. How do they know? Some Christians wrote a letter for that the trend man. Who ran this person? Who ran this location? Some Christians, they know. Yeah. They know that you're Hare Krishnas. Yeah. So they say because you are Hare Krishnas, you always just have this hidden promotion of Krishna consciousness. Mm-hmm. Well, are you legally registered there? А вы легально зарегистрированы в городе? Нет, это приезжие старшие преданные из других регионов приезжают с лекциями,
Шри Кришна Прабху. Гуру Махарадж, you mean that Шри Кришна, our society, is it legal here? Yeah. Нет, Махарадж имеет в виду, что вы как общество зарегистрированы в Благовещенске? Нет, ятра у нас не зарегистрирована как общество. No. Well, maybe that's what you need to think about. Maybe you need to think about how to become a legally registered society then. Может быть, это именно то, о чем вам стоит подумать, о том, чтобы официально зарегистрироваться как общество. Передам преданным нашу ятру. Спасибо большое. Okay, thank you. I'll tell our devotees. Mm-hmm. Okay. Should I ask if the devotees have more questions? Yeah. Дорогие преданные, есть ли еще вопросы? No more questions? Да, Александр. Как раз по поводу преданных, которые дают помимо сознания Кришны напрямую, которые дают еще и психологические тренинги. Скажите, пожалуйста, как относиться вот к такой помощи преданных, которые хотят помочь какие-то психологические трудности преодолеть? То есть вообще психология помогает каким-то образом? The question about these different psychology lectures, is it really does psychology is it really helps us to to get over different problems in our Krishna consciousness, or are these lectures only non-devotees need to listen all these psychology lectures, and devotees don't need to hear it because they should just serve and everything will be good? Well, certainly these psychology lectures are more for people who are not yet devotees, and it helps to bring them into Krishna consciousness. Конечно, эти лекции по психологии больше рассчитаны на людей, которые преданными не являются, и они помогают привести людей в сознание Кришны. But people who are already devotees, they may also like to listen to them, and they may be benefited. They may find something of value in what they're explaining. Но даже те, кто уже находится в сознании Кришны, они также могут, им тоже может нравиться ходить на эти лекции, они могут находить в них что-то ценное и обретать благо от этих лекций. So it's up to the individual to decide for himself, are you being benefited, do you find something of value in the lectures? То есть это все зависит от каждого отдельного человека, находите ли вы что-то благоприятное для себя в этих лекциях, что-то ценное. Certainly, there can be something beneficial there, even though somebody is a devotee, already a devotee, it can help them to become a better devotee. Конечно же, там может быть что-то такое, что в таких лекциях, что поможет вам стать еще более хорошим преданным. But somebody already steady, very strong in Krishna consciousness, then they won't need psychology. Но если человек уже очень устойчив в сознании Кришны, очень тверд на этом пути, то тогда ему не нужна психология. Because they have Krishna consciousness, so they have their psychology. И поскольку у них уже есть сознание Кришны, значит у них уже есть своя психология. So you decide for yourself. Поэтому решайте сами. Okay. So thank you very much, Tatyana, for translation. Всем большое спасибо, дорогие преданные. We thank all the devotees for their questions and for listening.
Спасибо вам за вопросы и за то, что вы слушали. May you all have a good week. Hope to hear you all next week. И желаю вам хорошей недели. Okay. Шрила Прабхупада ки джай. Джай. Гор Бхакти Вриндаван ки. Джай. Джай. Джай.